В радостном предвкушении благодатных дней Юка села в кресло и открыла молитвослов, но не торопилась приступить к ежедневной молитве. Сегодня можно растянуть удовольствие, не торопить соединение с Высшим, чистым, любящим. Каждый раз она испытывала ни с чем не сравнимое счастье, когда откуда-то сверху, из неведомой выси, открывался некий канал, что связывало ее с нежным теплым счастьем, словно любящие мягкие ладони опускались на голову. «Ничего, милая Юка, все проходит, пройдет и это. Потерпи немного, мы скоро будем вместе. Я люблю тебя больше всех на свете, ты одна для меня. Будь спокойна, родненькая, я с тобой». Юку с детства, с тех самых пор, как она начала осознавать себя, тянула в храм. Маленькая, она расспрашивала взрослых, указывая на церковь. «А что это за красивый домик? Я хочу туда». В семье этот интерес не приветствовался. Впервые Юка решилась на самостоятельный поход в гости к Богу, учась в первом классе. Что-то непреодолимо тянуло ее туда, звало, как раскрытые объятия. Она втайне от родителей шла через полгорода, чтобы посидеть на ступеньках храма вместе с поберушками, не смея зайти в огромные резные двери. Но когда однажды насмелилась, то испытала столь необыкновенное острое чувство восторга и единения с Высшим началом, что разрыдалась, не зная, как реагировать на открывшееся чудо. Юка закрыла глаза и прислушалась к себе. Снова вспомнила сон, что преследовало ее с детства. Маленькая слепая старица в голубом платочке ткет полотно на старинном станке. Поет тонким голосом песню на неизвестном языке. Она силится понять, вроде бы знает, о чем песня, и не может вспомнить ни слова. Песенка, незамысловатая и навязчивая, звучит, кажется, в реальности. И как будто ветерок по комнате пролетел. Девушка открыла глаза и чуть не вскрикнула. Старушка в голубом платочке стояла посреди зала, наклонив голову, и тонкой коричневой рукой указывала на комод. Видение длилось лишь как какие-то доли секунды, но было настолько реальным, что после исчезновения старицы в комнате остался запах свежеиспеченного хлеба и занесенных с мороза стиранных простыней. Несмотря на мистическое явление, Юка совсем не испугалась. Может быть, потому что образ милой маленькой бабуси был уже совсем не страшный, а напротив, доброжелательный. Девушка выскочила из кресла и, как ужаленная, встала на то место, где только что находился загадочный фантом. Она даже зачем-то так же, как призрачная бабушка, вытянула руку и, наконец, уперлась взглядом в комод. Один из ящиков с особо важными документами, что всегда находился под замком, был чуть выдвинут. Это говорило о том, что родители, забрав оттуда загранпаспорта, в попыхах забыли запереть ящик. Юка, поминуясь невидимому кукловоду, вытащила ящик и стала перебирать содержимое. Это ведь явный знак. Только от кого? Что я должна понять? Она перебирала и раз, и два, но ничего удивительного в ящике не лежало. Документы на кредиты, гарантийные талоны, какие-то ценные бумаги с гербовыми печатями. Времени свободного было хоть отбавляй, помешать никто не мог. Поэтому девушка поудобнее забралась вместе с кипой документов на диван и стала внимательно читать скучные бумажки. Ведь не каждый день в дом являются призраки и указывают. Но случайно оставленные открытыми ящики, которые обычно всегда тщательно запираются. Вот гарантийки на пластиковые окна. Срок гарантии давно истек. Надо выбросить. Вот куча свидетельств о рождении. Мамалин, Викусечкин, мой. А это чей? Что среди наших документов делает чужое свидетельство? Кто такая? Нерусь какая-то. Потертая, видавшая виды бумажка, гласила: «Юка Тадоева. Родилась в один день со мной. Мать – Людмила Васильевна Маркова. Отец – Анчи Тадоев».
Если отец есть, то почему у этой девочки не записано отчество? И у отца тоже отчества нет. Может, так положено? Национальные традиции? И почему Юка? Уж больно напоминает, как я себя в детстве именовала. Юка. Такого имени-то на свете нет. Но вот, видать, есть имечко похожее. Боже, это же я. Это мое свидетельство. Настоящее. И называла я так себя в детстве, потому что это мое имя, родное и есть. Только ребенку трудно двойное «К» произнести внятно. Конечно же, ясно, как божий день, ясно, я им чужая. Ведь вчера только сама это Лоле доказывала. Юлия Николаевна, я только по паспорту. А на самом деле Юка Тадоева. Им, сильным мира сего, любую бумажку, оказывается, легко переделать можно. Да я и не похожа на них совсем. Все благочинное семейство белесое, с рыжими ресницами и без бровей. А я смуглая, будто в солярии прописалась. Брови и ресницы у меня такие густые и черные, что мамалия периодически заставляет смывать косметику, которой я отродясь не пользовалась. И трет пальцами мне глаза и не верит, что не накрашены. Зачем скрывали? Что это за тайны? Зачем выписывали новое свидетельство о рождении? Юка находилась в смятении. Она как в беспамятстве металась по квартире, то принималась истово молиться, прося о прощении и душевном покое. Юка Тадоева, Юка Тадоева, бесконечно повторяла свое новое старое имя, словно привыкая к нему или вспоминая. Решение пришло как-то внезапно. Что ж я раньше не догадалась, стормозила. Пока НП покоряет снежные трассы в ближнем зарубежье, можно безнаказанно пользоваться интернетом. В остальные дни инет для Юки был доступен только под предлогом скачать для реферата. Юка, дрожа от волнения так, что постукивали зубы, набрала в поисковике: Юка Тадоева, Людмила Васильевна Маркова, Анчи Тадоев. Всемирная паутина выдавала, как обычно, всякий бред. Но первая статья из какой-то столетней газеты содержала в себе сразу все эти имена и гласила: «Девочка Маугли из предгорья». В статье кандовым газетным слогом рассказывалось: в детскую туберкулезную больницу Нижнегорска доставлен необычный ребенок. Оставленная своей матерью Людмилой Васильевной Марковой, уроженкой горного села Святая Вышенка, трехлетняя Юка Тадоева была воспитана собакой-овчаркой и переняла повадки животного. В больницу девочка доставлена с открытой формой туберкулеза 21 февраля, когда ночная температура опускалась ниже отметки 20 градусов. Ребенок обнаружен в собачьей будке во дворе цыганского притона на окраине города во время рейдовой облавы наркоторговцев. Сколько времени провела девочка в обществе собаки и как ей удалось выжить – загадка. Нашими журналистами выяснено, что отца ребенка Маугли несколько лет назад в тайге задрал медведь. Местонахождение матери остается неизвестным. В довершении статью венчал красноречивый снимок грязного звереныша, завернутого в оборванную фуфайку. На старой черно-белой фотографии Юка с ужасом узнала себя. К походу Юка подготовилась продуманно. Взяла только самые необходимые и практичные вещи. Наварила в дорогу каши и наполнила ею несколько целлофановых пакетиков. Какая-никакая еда, и к тому же постная. Внимательно составляла возможные варианты маршрута по компьютерному путеводителю. Самым безопасным был избран железнодорожный путь. Если из поезда безбилетницу выкинут, придется автостопом. Там уж как Бог даст. Юка без сожаления обрезала пальцы на старых вязаных перчатках и, надев их 2 часа, посвятила репетиции. Наигрывать популярные мелодии на скрипке, не снимая перчаток, оказалось труднее, чем она ожидала. Но в конце концов смирилась с удовлетворительным качеством. Ничего, в дороге отшлифую. Во внутренний карман куртки рядом с маленьким молитвенником Юка сунула паспорт и оба своих свидетельства о рождении. Старенький мобильник решила взять с собой.
Мало ли что может случиться. Вдруг придется милицию вызвать или скорую. Но предусмотрительно отделила от телефона батарейку. В каком-то приключенческом фильме она видела, как обнаружили потеряшек по сотовой связи. Есть у милиции такие технические возможности. А ей хотелось, чтобы ее никогда больше никто не нашел. Ведь Юка шла искать свою родную маму, свои истоки, свою судьбу. Она мельком взглянула на отражение в зеркале. Смоляная челка, жгучие упрямые карие глаза с чуть заметной раскосинкой, тонкая точеная фигурка уже девушки или еще ребенка. В качестве прощальной записки Юка прикрепила к магнитной доске, на которой мамалия обычно размещала для нее списки домашних дел и покупок, распечатанную из интернета статью «Девочка Маугли из предгорья». Вместо подписи хотела добавить что-нибудь типа «Гав-гав, ваша жучка», но, подумав, написала: «Не хочу вам больше мешать. Наврете что-нибудь знакомым, что, мол, отправили Юку в Англию учиться. Прощайте. Спасибо за все. Храни вас Господь». И решительно вышла из дома. Mm-hmm.